Вас приветствует Алена Ариес. На моем канале вы всегда найдете ответы на любые вопросы и мои контакты для записи на личную консультацию. А сейчас давайте подслушаем мысли вашего мужчины, что он прямо сейчас о вас думает. Ой, девочки, да, хотела перевернуть карту, вот так. Думает он о встрече с вами, но почему-то решил, что встреча не получится. Либо у вас сейчас ссора, конфликт, расставание, разрыв или развод, поэтому думает он, что все, конец, точка. Либо, если вы, у вас не было конфликта, то, скорее всего, он думает о том, что этот конфликт может быть. Или просто боится вас потерять. Причем боится очень сильно. Дальше. Что, да, кстати, если еще мужчина на расстоянии, то возможно, что он в данный момент думает, что это все, и никакой возможности встретиться нет. И не будет. Вот. Дальше. Не менее такая серьезная карта. Девочки, опять страдания. Страдания. То есть мужчина вот в панике просто. Считает, что все, конец. А вот, напишите, пожалуйста, в комментариях, почему ваш мужчина так считает. Может, я думаю, что вы знаете. Вот, еще давайте подумаем, да. Думает мужчина о вас, вот, и думает, что может быть когда-нибудь в будущем все-таки появится возможность встречи. Вот так он думает. Да, когда-нибудь в будущем. А до этого момента он будет за вами следить, наблюдать, ревновать. Ну, если связь между вами не прервется, как вот он думает изначально, да, что все прям конец. Вот, если же у вас и сейчас с ним нет связи, то он надеется, что все-таки со временем эта связь восстановится. То есть он думает о том, что все-таки появится возможность для примирения, восстановления, может быть, отношений. Или даже элементарно для общения. В зависимости от формата ваших взаимоотношений. Вообще мысли у него серьезные. То есть он бы с вами хотел серьезных взаимоотношений. Вот что он думает. Думает, что ему еще важный момент. Да, подарок какой-то, кстати, вам приготовил. И думает, что ему нужны деньги еще для взаимоотношений с вами. Что ему нужно очень хорошо в финансовом плане стоять на ногах. Ну и надеяться на то, что возможность все-таки будет, что вопрос ваших отношений как-то вот решится сам собой. То есть без его участия так получается, да. А он будет мечтать, думать о том, что жизнь даст ему какой-то шанс. Вот как-то так. Вот. Понятно, что для разных форматов отношений немножечко по-разному будет считаться, но я стараюсь выбирать фразы, которые бы подходили для всех форматов отношений. Вот. Если вы в паре сейчас и ничего такого у вас не происходит, и не было никакой конфликтной ситуации, то я хочу сказать, что мужчина готовится сделать вам предложение, но оставляет это все-таки до лучших времен. Типа поживем, увидим, да, что будет дальше, посмотрим. Вот что-то так. Но мечтает. Мечтает о серьезных отношениях. Даже, возможно, уже купил кольцо. Но еще вот есть какие-то сомнения. Но, скорее всего, связаны не лично с вами, а, скорее всего, с его личной жизненной ситуацией или с мировой ситуацией, которая сейчас происходит. Потому что вопрос денег для него тоже не на последнем месте.